Сразу со входа гостей встречают прилавки с хлебом и тушенкой. Из съедобного есть стенд с арахисовой пастой. Ее можно использовать вместо варенья, добавить в кашу или выпечку. Раджана говорит, что работают с 2016 года. Спрос только растет. Арахис мы заказываем через партнеров в Москве. Арахис у нас аргентинский. Производим ее здесь, в Улан-Удэ. Арахисовая паста у нас всегда свежая, мы не используем в своем производстве никаких промышленных хитростей. То есть стабилизаторы, краситель, транжиры мы не добавляем. Проблем с поставками сырья нет, правда, оно чуть подорожало. Баночка пасты обойдется в 250-300 рублей. У Марии материалы пока тоже европейские. Из глины она делает посуду. Это делается вручную, например, кружки крутятся на гончарном круге. А это что у вас в руках? Это такая специальная юрточка для возжигания благовоний. Сюда зажигаете благовоние и закрываете, из юрточки дымок идет. И как, спросом пользуются ваши продукты? Да, пользуются. Вся европейская часть России скупает эти БАДы. В Тункинском районе несколько лет назад открыли ферму моралов. Два самых популярных продукта – это пантогематоген и панты морала. Иначе говоря, пантогематоген – это сухая кровь морала, состав 100%. И панты морала – это получается 100% панты морала. Это мощнейший иммуностимулятор, постковидное восстановление, это профилактика ковида, плюсом это повышение либидо. По словам Натальи, спрос превышает предложение. Как вам форум? Полезная штука, нет? Да, это великолепная возможность наладить, наверное, деловые связи, предложить сотрудничество, в частности, с нашими друзьями Монголии. Часть палаток расположилась в шатре. Тут стенды с изделиями из дерева, мебель и шерсть. Есть у нас и местные производители осветительных приборов. Идем по пути импортозамещения и используем в своей продукции только российские комплектующие. Находимся мы на промпарке. Самая большая площадка для спецтехники. Производят все это в Ростове-на-Дону. Пользуются спросом у наших предпринимателей. В этом году запланировано 8 комбайнов, 2 самоходных косилки, а также 3 трактора. Это все частные предприниматели? Да, конечно. Это все КФК, компания ООО, кто занимается земледелиями. Правительство дает субсидии, потому цена бизнесменов в Бурятии не пугает, рассказывает гость из Ростова. Из Бичурского района привезли 5 пород коров. Самая выносливая – калмыцкая. У нас племзавод по калмыцкой породе, более 3000 голов. В дальнейшем мы планируем племениться на симментальской породе, симментальской и абергино-ангусской породе. С Монголией сотрудничать? Сейчас нет, не сотрудничаем, но пытаемся, я думаю, что будем сотрудничать после сегодняшнего форума. Большинство монгольских предпринимателей развернули прилавки внутри ФСК. Тут, конечно, популярный монгольский кашемир. Мы очень рады, что мы представим здесь свои продукции. У вас есть в Бурятии магазины или что-то? Это у нас, мы ищем партнерство и совместное производство. У вас большое производство? У нас в месяц пропускаем 30 тысяч изделий. Мы выпускаем продукцию Японии, Германии, Австрии. Замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики назвал первый российско-монгольский форум историческим событием. На нашу экономику оказывается огромное давление, и такие форумы позволяют нам открыть новые каналы, познакомить друг друга с теми возможностями, которые сейчас есть в наших странах. А что по этому чарльчего? Мы видим, что форум организован на очень высоком уровне, и с монгольской стороны участвуем большим составом, в том числе представители Министерства сельского хозяйства и легкой промышленности. И для нас это мероприятие имеет большое значение. Очень много продукции, которая производится не серийно. Кочевые народы любят работать руками. К примеру, делают такие обереги. Из чего делаете? Из дерева. Мы живем в горах. Вот 10 лет мы живем в горах, там у нас это нет электричества, это все. Национальность Монголии мы там живем. И мы сами все делаем, это все костюмы, вот национальные костюмы, это все из кожи мы сами делаем. В первую очередь мы ждем от Монголии поставок мяса. В ответ готовы обеспечить их стройматериалами, говорит глава Бурятии. У нас новые условия, это у нас больше ориентации сейчас на восток. И сегодня здесь у нас присутствуют не только представители из Бурятии, но и из множества других регионов России. И эта выставка и наш форум позволяет им между собой выставить новые связи. И то, что участвует большое количество представителей из Монголии,
по различным направлениям деятельности. Это дает возможность пообщаться по всем заинтересованным направлениям. Надо приглашать, конечно, не только Монголию, а всю Азию и все остальные страны. Для того, чтобы у нас есть что показать, мы умеем производить, только нужно правильно презентовать и выходить на любые другие международные рынки. Сейчас между Россией и Монголией открыты все границы, и воздушная, и сухопутная. Потому проблем с поставками быть не должно. Власти Бурятии привели дорогу в норму и надеются, что в скором времени эти работы со своей стороны закончат и наши партнеры. Тогда чаще будут ездить не только грузовые авто. Конечно же, туризм. Туризм, который вот всегда вот есть. И мы могли бы ездить в Монголию, смотреть, видеть. Вот у нас очень близко, недалеко же ведь. И монгол очень много приезжает, конечно, на наши озеро Байкал. Форум продлится 2 дня. Впереди еще несколько пленарных заседаний на тему образования, медицины и строительства. Ася Касьянова, Жаргал Цариндашиев. Новости дня.